Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я познакомлю вас с креметто – творожным сыром для поваров-профессионалов. Или, возможно, открою его для вас с новой стороны. Для меня главное в творожном сыре – это его универсальность, ведь на профессиональной кухне продуктов, которые можно использовать так широко, на самом деле не так уж и много. Сыр применяется как в кондитерке, да, в кондитерских изделиях, то есть сладкое, так он применяется и в блюдах основной кухни. То есть это и горячие блюда, и холодные закуски, и горячие закуски. Творожные сыры, они используются во многих кухнях. Это японская, европейская, даже в русских используются. Сегодня без творожного сыра невозможно представить многие блюда, но весь его потенциал не раскрыт. Превосходное качество сыра креметто обеспечивает его абсолютную универсальность. С креметто на любой повар может создавать популярные меню в самых разных кухнях. Итальянской, японской, европейской, русской. Творожный сыр все-таки должен иметь натуральный вкус, то есть вкус натурального молока. Если сыр будет неправильный, то и мы не добьемся никогда вкуса, который будет, ну, сбалансированный. Должен быть вкусным. Креметто – это молодой сыр высочайшего стабильного качества. Секрет его сливочного, абсолютно натурального вкуса в отборном молоке с высоким содержанием белка и высокожирных сливках, из которых он изготовлен. При производстве креметто не используются растительные жиры. С ним даже обычные бутерброды будут изысканными и очень питательными. Используя креметто, я могу добиться аутентичного вкуса и аромата блюд. Он идеален для тех рецептов, где повара обычно используют сливки, но заменив их креметто, вы получите в блюде изысканную, неповторимую нотку. Если ты уверен в качестве этого продукта, то для тебя проблема технологии, ну, не имеет значения. Да? То есть вы один раз сделали какую-то проработку, и вы совершенно спокойно уверены в том, что это будет всегда так. Для меня, как для шеф-повара, очень важно использовать лучший и качественный товар. Чтобы имел свое качество, свои стандарты на производство, при изготовлении. Креметто сделает блюдом высокой кухни даже самый обыкновенный суп-пюре и будет органично присутствовать в салате с таким необычным сочетанием, как копченая рыба и свекла. Мы готовим горячий чизкейк, да, для нас важно, чтобы при температурной обработке он не менял свою структуру, своих вкусовых качеств. То есть он не должен, скажем так, растаять, раствориться, отсечься. Креметто сохраняет стабильную консистенцию при очень разных температурах. К примеру, чизкейк, приготовленный из него, получается нежным, но четко сформованным. Его легко можно нарезать порционными кусками. Благодаря устойчивой, плотной текстуре сыра, чизкейк будет иметь ровную поверхность, не потечет и не лопнет. Из креметто можно сделать превосходное мороженое или изготовить полуфабрикаты. Если делаем закрытый пирог, то если опять же говорить про о хорошем сыре, то у него не будет никогда выпрессовываться влага, которая не даст сработать тесту, будет какая-то клёклость, будет какая-то жидкость, все это размокнет. Если будет идеально правильный сыр, он никак не поведет себя при тепловой обработке, он останется сыром. Вы видите его структуру, то есть это равномерная, какая-то стойкая, там, не отсекающаяся. Идеальная консистенция креметто позволила приготовить мне киш с томатами и панчеттой. При минимальном выделении сыворотки помидоры имеют право быть сочными. Пирог все равно будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к выпечке. Консистенция, она не должна перемешиваться, не должна растекаться. Он должен держать обязательно свою форму, быть однородной, без всяких крупинок. Главное в сыре – это чтобы была правильная консистенция. Эластичная структура сыра, да, она более приятная и визуальная, и на ощупь, и на вкус, как говорится. Креметто – очень пластичный сыр. У него плотная, но эластичная консистенция, которая просто незаменима в японской кухне. Как горячие, так и холодные роллы, в которых я использовал этот сыр, имеют красивые ровные срезы. При комнатной температуре креметто не теряет свою форму столько, сколько нужно, что особенно важно при оформлении блюд. Творожный сыр креметто – источник вдохновения для профессионалов. С его помощью повар сможет воплотить любую кулинарную фантазию. А от качества и свойств творожного сыра напрямую зависит конечный результат – популярность блюда, репутация и, как следствие, прибыльность бизнеса. Универсальность.
универсальный творожный сыр «Креметто» может быть использован в самых разных кулинарных сегментах, включая фабрики кухни, кейтеринг, бортовое питание, индустриальное производство.